Всех приветствую на канале. Сегодня я покажу один из лучших способов насаживания ферины на крючок. Жало крючка заводится со стороны хвоста у ферины, просовывается вдоль всей рыбы, и обязательно жало надо вытащить немножко с рыбы. По моему мнению, это один из самых лучших способов. Если камбала хватает такую наживку, то в основном сразу попадается. Есть еще другие способы, но я пользуюсь этим. Я считаю, это один из самых лучших. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!